В этой операционной специалисты из Беларуси в рамках мастер-класса делятся с местными коллегами современными методами в кардиохирургии. Это не первый приезд детской кардиохирургической бригады из Республики Беларусь. 6 детей в тяжелом состоянии прооперировали. В целом по Туркестанской области 1500 детей и около 200 несовершеннолетних с врожденными пороками сердца нуждаются в кардиохирургическом вмешательстве. По словам специалистов, подобные мастер-классы повышают знания и опыт местных кардиохирургов. Анестезиологи-реаниматологи усовершенствовали навыки в особенностях анестезии, ведения пациентов в пред- и послеоперационном периоде, а также поведению искусственного кровообращения, проведению эхокардиографии с учетом необходимых позиций и параметров для кардиохирургов. В составе кардиохирургической бригады из Беларуси прибыли руководитель отдела детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии и анестезиологи-реаниматологи. Благодаря таким мастер-классам местные хирурги получают новые знания и опыт, что в дальнейшем позволяет проводить сложные хирургические вмешательства на более высоком уровне, не выезжая в соседние города и страны. За 2023 год по детской кардиохирургии были проведены 46 операций, из них 30 новорожденным и 8 эндоваскулярных операций с применением ангиографа. Елена Карпенко, Мирас Ашенов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании ОТРАР.